В поселке Лужки Выборгского района сегодня особенно многолюдно. А все потому, что Финский залив сейчас отправляют 5 серых тюленей. Прямо за моей спиной первый выпускник, тюлень Репин. Совсем скоро он отправится в естественную среду обитания. Малышу Репину полгода. В апреле его нашли недалеко от очистных сооружений на берегу Финского залива. Детеныш серого тюленя отбился от матери и мог погибнуть. Его вовремя доставили в Центр сохранения морских млекопитающих. Там Репин набрался сил, смелости и лишних килограммов. Так что оставаться без полного пансиона ему не очень-то и хотелось. Остальные выпускники оказались более сговорчивыми. Палкин, Айна, Новикова и Приморск под вспышки фотокамер отправились в самостоятельную жизнь. Традиция давать новым пациентам имена появилась в центре недавно. Волонтеры предпочитают обращаться к ластоногим друзьям по имени. Действительно, мы решили отметить как-то людей, которые очень, там, скажем так, активное участие в спасении этих животных принимали. Там, например, вот лейтенант полиции Новиков, который героически, обвязавшись веревкой, спустился на льдину с борта судна и спас погибающее животное. Приживутся ли детеныши в дикой природе, пока неизвестно. Единственное, что они помнят с детства, это леты и скалы. Плохо умеют охотиться и пока не очень резво передвигаются. Но специалисты уверены, запас любви и тепла, полученный тюленями в центре, поможет им адаптироваться к естественной среде обитания.